Все сейчас узнаю. Мне кредит идет. Я в долгах, как в шинках. А тебе дадут. У тебя все есть хорошая кредитная история, машина и квартира. В случае чего можно и не отдавать. В случае чего? В случае ее смерти. Они же не знают. Тебе просто обманут. Кого банкиров? Смерть не будет. Я сделаю все, чтобы ни в чем не нуждалось. Ты чё? Ну хорошо, вы знаете, меня... Я даже завещаюсь в себе квартиру. Мишка тебя штырит, Мишка. Но у меня есть одно слово. Паш, Мишка, ему тоже кое-что осталось. Мишка. Пашка, который... Мишка, иди ко мне. Какой еще? Иди. Перейдите до конца. Если он тебе понравится, что ты усвоила. Но если это невозможно, то... Чтоб тебе так помогало, если еще не будет. Видишь, ты так долбишь носом мне в ноги, что мне аж больно. Конечно. Вот это меня совершенно не интересует. Я их чувствую компьютером и предоставленный срок, как мы это говорим. Более того, вам нужно закрепить какого-то специалиста, который бы подключил потом уже в дальнейшем контролировать. Да что расходы? Расходы я беру на себя. Всего доброго. Дурёха. Так, не трогай, не трогай меня. Это ваша прелесть. Я не знаю. Почему ты так не подумал?